3, 2, 1. Победа! Всем привет! С вами Нупи Кубик и добро пожаловать на новый досик по Бравл Старсу. И смотри, блин, просто какая у меня офигеть бешеная прическа. И у меня для тебя есть один небольшой совет. Никогда не ложись спать с мокрой головой, потому что иначе будет вот такое. Я вообще когда проснулся офигел, но я сразу же побежал записывать специально для вас новый видосик по Бравл Старсу. Итак, смотри, мы с тобой первым делом заходим в магазинчик, и у нас тут есть подарочек, бесплатный ящик. Итак, мы его с тобой быстренько откроем. И пока он у нас открывается, у нас появилась надпись: жми, жми, жми быстрее на лайкос и на кнопочку подписаться, и на колокольчик обязательно. Потому что у меня в комментариях ходит такая легенда: если ты хочешь выбить себе легендарку, то тебе нужно обязательно поставить лайк за 3 секундочки. Раз, два, три. Если ты успел, то легендарка уже в твоих руках, считай это, и просто беги быстрее открывать кейсики в Бравл Старсе. А я пока что открываю вот этот кейс, и так, смотрим, что же выпадает, и Динамайк, Пайпер, блин, снова мне нифига не выпало. Но это все потому, что я же не могу поставить лайкосик на свое видео, поэтому мне ничего не выпало, вот так вот. Так это и работает. Короче, смотри, я решил вместе со своим подписчиком, просто с рандомным подписчиком поиграть в Бравл Старс, так что, если хочешь тоже поиграть, просто добавляй меня в друзья, мой ID 9UVQ82RG, просто можешь заходить и добавлять меня, а я пока что приму. О, нифига себе, почти что Владус, только немного не Владус. Ё-моё, ну ладно, ничего страшного. Итак, парное столкновение начинается прямо сейчас. Хотя погоди, я еще быстренько себе заберу новые события. И смотри, у меня уже нафармился 51 кейсик и 3 больших кейса. И я тебе уже говорил, когда у меня будет 100 кейсиков на моем аккаунте, я, конечно же, устрою самое большое открытие кейсов. Но пока что мы быстренько начинаем играть в шедешечку. И надеюсь, то, что меня сейчас не залагает, и то, что мы не зафейлимся. Потому что тоже, честно говоря, такое иногда бывает. Потому что я, блин, все время захожу. Ой, что-то я как-то очень долго загружался, ладно. Видимо, я немного протупил. Так вот, я, короче, иногда просто захожу и занимаю не топ-1. И меня это немного напрягает, на самом деле. Это такая ситуация мне вообще, на самом деле, очень сильно не нравится. Получается, я быстренько ломаю свой первый кейсик. У меня уже есть первая сила, нормально. И там сразу же бежит двое бравлеров. Окей, идите-ка сюда, чувачки, я сейчас быстренько всех вынесу. Воу! Не повезло, не фартануло. Ё-моё, как вообще такая фигня произошла, я не понял. Чувак, беги, пожалуйста, от них побыстрее, желательно. Беги, чувак, они же тебя вынесут, ты что делаешь-то? 3 секундочки, 3 секунды, подожди. О, хорош, ты прям очень хорошо ультанул, вообще прям очень в тему. Итак, чуваки, ну-ка иди сюда. А куда он делся? Он, походу, сгодился от меня. Ну, ты же знаешь то, что от мистера Пи убегать вообще ни в коем случае никак нельзя. Есть. Одного загасили. И, блин, а, стоп. Так я же могу свою ульту здесь поставить. Точняк. И она пойдет сразу же убивать этого Дэрила. По-любому, этому Дэрилу сейчас точно не поздоровится. Ну-ка, иди сюда быстро. Куда ты пытаешься там убежать? Ты что, не понимаешь то, что у тебя нифигашеньки не получится? Воу! У него еще этим это спалился. Черт, бежим, бежим быстрее. А, лошара, он ультанул не в ту сторону. Я просто в шоке с этих напастиков. Так, смотри, Дэрил бежит на меня. И не надо ко мне. Мне лучше бежать, потому что ну его нафиг вообще. Так, смотри, получается, тут у нас еще заспавнилась эта штука, которая нам в жизни прибавляет. Это очень-очень в тему. Так, ну-ка, Фрэнк, иди-ка ты сюда. Минус, Фрэнк, нормально. И сейчас будет еще минус. А! Как это произошло? Я нифига не успел это понять. Она просто взяла и меня вынесла. Черт, еще бы один удар по ней, и я бы ее убил. Но, блин, что-то в этот раз снова пошло не так. Стоп! Держись, 2 секундочки, ну... Топ-3 мы заняли, и мне сразу же дали один кубок. Ну, хотя бы не ноль, хотя бы не ноль. Но такой расклад мне, на самом деле, вообще очень сильно не нравится. Начало... О, так зато я получил 16 ранг. Хорошо, конечно же, но мы сейчас должны немного реабилитироваться и зайти и выиграть еще раз. А, ну, точнее, не еще раз, а вот сейчас 100% мы должны выиграть по любасику. Итак, смотри, я уже тут вижу наши кейсики первые. Конечно же, их пойдем быстренько сломаем. Ладно, этот кейсик я оставлю тебе, и я пойду сам ломать следующий кейсик. Окей, без проблем. Так, смотри, еще один кейсик мы забрали, и тут у нас уже сразу же бежит Роза. Роза, иди отсюда нафиг. Такого допускать 100% нельзя, чтобы ты нас убивала. Так, там еще есть Фрэнк. Окей, я вас понял. Ну-ка, Фрэнк, что ты там вообще хочешь нас убить, да? Нифига у тебя не получится. Так, Роза и Роза, иди сюда. Опа, да, через стенку прямо тебя ультанул. Воу-воу-воу, так, блин, да, что вас так много там в центре? Я вообще не понимаю, откуда вы все взялись. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Ну уже, есть, одного убил, но второго что-то немного не убил. Ё-моё, ну ладно, ничего страшного. Ставим сюда сразу же быстренько ульту и идем гасить всех этих чуваков. Там есть, получается, вороненок у нас и еще Динамайк. Окей, я вас понял. Давай, ворон, а, точнее, ворон, что я сказал. Давай, мы, пингвинчики, гасите всех этих чуваков, потому что мы должны по-любому затащить 100%.
Только сейчас пока что как-то очень страшно играть. Мы, блин, уже целую минуту, наверное, отыграли. И все еще все 5 команд живы. С какого фига, я не понимаю. Опа-на, так ко мне бежит Эль Прима. И это очень фигово. Эль Прима, не надо к нему нежелательно подходить. Потому что, ну его нафиг. Почему все еще живо 5 команд? Это что вообще за самая подлая катка вообще в мире, мне кажется, в Бравл Старсе. Я таких каток вообще ни разу не видел, чтобы так долго все жили. Ё-моё, опа-на. Фрэнк, ну ты что, не понимаешь, что мы тебя сейчас быстренько вынесем? Ну уже... Ну, блин, ну черт, я чуть-чуть не успел его убить все-таки. Ё-моё, я реально нобас, походу. Ладно, зато мой пингвинчик сейчас по-любому всех вынесет. Надеюсь, что это реально так и будет. А тут есть, получается, у нас Динамайк, который тоже очень такой опасный, который еще и с ультой стоит. И нельзя по-любому дать ему ультануть 100%. Ну уже, есть, успели его убить. Правда, Ворон, блин, все подобрал. Да ты офигел, что ли, Ворон? Я вообще-то не для тебя всю ульту здесь собирал. Давай, 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 Роза, Роза. Нас в угол, блин, зажали. Нас сейчас могут очень быстро убить. Нужно из этого угла быстрее выбежать отсюда нафиг. Все, хорошо, что я хотя бы из него освободился. Так, нужно здесь немного постоять, похилиться, потому что у меня очень мало жизни, и все. Сейчас получается, смотри. Давай, давай, хорош! Две команды! Нужно, нужно, нужно убить этого чувака по-любому! Так, ставим сюда пушку, и все. Значит, получается, Фрэнка мы выносим. А, стоп, так у меня что, тебя это убили, что ли? Да ну нафиг, я не увидел этого! Ааа, черт! Нужно было Фрэнка убить побыстрее, и все. Я нубас. Ну ладно, хотя бы топ-2. Получается, следующая катка будет 100% топ-1 по любасику. Смотри, мы сразу же быстренько в нее заходим и сразу же быстренько выигрываем. Короче, смотри, мы уже собрали тут 3 баночки, и тут, блин, бешеный Фрэнк, который снова хочет меня убить. Так, там еще и этот бегает Брок. Ё-моё, почему снова так много противников, которые капец какие-то офигевшие. Блин, у меня такое чувство, что я играю на 500 кубасах или там вообще где-то 600 или 700, а у меня всего лишь их 300. И как это получается, я вообще не понимаю максимально. Капец какой-то, ладно, смотри, тут получается снова бегает Фрэнк, и только что он хочет, я вообще не понимаю. Фрэнк, ну-ка иди сюда, я тебя быстренько вынесу, ну уже 600 хп, 600 хп, да черт! Как он так снова убежал от нас, я не понимаю, ё-моё, там еще и этот есть, как его зовут-то? Да, отстань, 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 да меня снова убили, гаси, гаси, гаси! Да я в шоке, топ-3. Топ-3, топ-2, топ-3. Я вообще хотя бы одну каточку здесь выиграю или нет? Я потому что хочу уже наконец-то выиграть. Я не понимаю, почему у меня это происходит. Чё за фигня? А может быть мне просто взять и немного оставить этого подписчика и зайти просто в одиночную шедешечку? Мне просто кажется, что, в нее у меня получится зайти. Эй, столкновение, ты чё, блин, не нажимаешься? Так, окей, дубль номер 2. Столкновение, все. Чё за Brawl Stars? Я таких лагов вообще в Brawl Stars ни разу не видел, но у меня сейчас какие-то очень плохие чувства по этому поводу. Короче, я тут, блин, бегаю, бегаю, пытаюсь нафармить все баночки, но нифига не получается. Я просто столько кейсов сломал, и у меня все банки просто с кого не ездили. Я не понимаю, почему. То там Динамайк подбежал, то подбежал Бо, и вообще, какой-то капец. Я не понимаю, почему такие катки нынче стали потные. Блин, у меня такое чувство, что здесь реально играют просто чуваки по 800 кубасов или там вообще по 1000, но они играют всего лишь по 300 кубков. И я не понимаю, почему мне так тяжело. Воу, она в меня попала или нет, я что-то этого не понял. Но сейчас она промахнулась, это очень хорошо. А вот тот самый бог, который у меня, блин, тырил мои баночки. Окей, бот, тебе сейчас не поздоровится. Ладно, не попал по нему немного, но ничего страшного. Отстань нафиг от меня вообще. Я просто посижу здесь и подожду вас в центре. Правда, у меня всего лишь одна банка, и это капец, как вообще потно будет сейчас играть. Ну ладно, смотри, сколько там у Динамайка 6 банок. Да ты офигел, что ли, Динамайк? Вот что значит, коммунизм, у меня все баночки. Ё-моё, так, ладно, сейчас быстренько его вынесем. Черт, не попал по нему, это фигово. Ладно, тогда попадем по Биби. Ой, побед. Точнее, давай, давай, давай! Столкновение, столкновение! Да ну нафиг! Блин, да как ты видел? Она просто меня с одной пули вынесла, потому что у Биа было 8 банок. Это самый невезучий видосик, мне кажется, вообще на моем канале, потому что у меня ни разу не было таких стримных кадров, чтобы я просто не мог ничего выиграть. Я не понимаю, как так. Ладно, тогда просто давай зайдем в горячую зону. Там у нас по-любому повезет. Ага, может быть, тогда еще и один кейсик открыть. Давай так уж быть, откроем еще один кейсик и посмотрим, что же выпадет. Нифига, конечно же. Ё-моё, и здесь даже не везет. Я вообще не понимаю. Самый невезучий видос в Майнкрафте. Ой, Бравл Старсе, как я мог такое перепутать? Ладно, ничего страшного. Итак. Катка начинается прямо сейчас. Ты что, залагал, что ли? Я же испугался на секундочку, ё-моё. Да, и тиммейты у меня, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, то, что не очень. Но мы все равно, конечно же, сейчас попробуем затащить 100% Макс. Иди отсюда нафиг. Все, Макс вынесли, это хорошо. И Динамайк тут просто накидал, блин, целую кучу бомб. Ё-моё, нафига столько бомб, я даже не понимаю. Так, пока тебе сейчас не поздоровится. Окей, мы захватили обе точки. И вам, конечно же, сейчас не поздоровится. Макс, пошла отсюда нафиг. Макс, мы вынесли, хорошо. И там стоит еще и Джесси. Офигевшая такая Джесси. Иди тоже отсюда нафиг. Нет, 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 нет. У меня повезло. Я все-таки смог немного здесь заточить. Итак, 7-3, 7-4, окей. В принципе, у нас пока что больше шансов, чтобы мы затащили, и мне это очень сильно нравится. А я пока что возьму и поставлю здесь свою ульту, вот прямо здесь в кустиках, нормально. Все, сейчас мы по-любому затащим прям 100%.
10%, это даже не обсуждается, ё-моё, меня убили. Вот черт. Так, смотри, мой пингвинчик сейчас по-любому там Джесси убьет прям 100% или не убьет, не знаю, сейчас посмотрим. Нет, все-таки она его завалила, ё-моё, с какого фига, непонятно. Макс, пошла отсюда нафиг, Макс, отстань, говорю, ё-моё, черт, 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 Пока, Пока. Да как он меня достал? Я же убежал от него. Ё-моё. Пока, ты вообще какой-то бешеный. Просто я не понимаю, как ты так играешь. Так, он походу просто залагал, ну, Басина. Капец какой-то. Ну, правда, меня сейчас может догнать Макс. И может меня быстренько уничтожить. Зачем я поставил ульту? Ё-моё, она же там в кустах так хорошо стояла. Чёрт, я немного... Я просто взял и на пробел нажал. У меня на пробеле стоит ульта. Черт, вот этот фил, ваши эмуляторы вообще нифига не нужны, блин, зачем я это сделал, не понимаю. Ну все, удвоенные очки, 24-10 уже просто изи, катка будет 100%, ё-моё. Ну хотя бы где-то мне повезло, и хотя бы где-то мы затащили, и это мне очень сильно нравится. Хотя бы, воу, Макс, 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 отстань, отстань, ё-моё. Капец, ты почему такая бешеная, походу, под ультой была и просто взяла меня, капец, как быстро догнала, ну ничего. Пока, блин, меня пока все-таки вынес. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что мы затащили. 3, 2, 1. Победа! Даже закинул свою ульту. Ну, она уже все равно ничего не успеет сделать. Главное, что я победил. И почему не я звездный игрок? Я не понимаю. Вроде бы я больше всех убивал. Но, видимо, Brawl Stars решил по-другому. Окей, я, в принципе, обижаться на это не буду. Я просто зайду еще в одну каточку. Чуваки, я вас пока что всех отклоняю, потому что я хочу поиграть в захват кристалликов. Ну, просто я потом после видосика обязательно со всеми вами поиграю. Прям 100%. А пока что должен еще разочек здесь затащить. Ага, получается, она играет 8 бит и Биа. Я думаю, то, что сейчас катка будет по-любому выигрышная. Правда, у них есть Тара. Черт, это очень фигово. И получается, есть Тара и Пенни. Пенни, отстань! Тара, 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 не трогай меня, пожалуйста. Не трогайте, говорю, меня. Ты глупая, что ли, вообще? Так, смотри, у них там обувь 800 кп. Их нужно загасить. Ну, дальше Кольт очнулся здесь. Черт, вообще не вовремя. Он, блин, там стоял все это время на базе. Никого не мешал, а здесь, блин, пришел и сразу же нас всех завалил. Ё-моё, как это получилось? Я даже не понял. Так, смотри, там у нас получается стоит Пенни. Ага, у нас еще и Тара в кустах сидела, вот крысятина, а, ё-моё, я аж офигел от такого поворота, ну ладно, ставим здесь ульту, Кольт, иди отсюда нафиг, изи просто Кольта убили, это хорошо, черт, черт, меня сейчас могут вынести, ну ладно, хорошо, что 8 бит поставил свою ульту, и меня все-таки вынесли, черт, что за фигня здесь происходит, я не понимаю, так, Биа, беги, 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 у тебя же очень много этих, ты что, гонишь, что ли, ой, блин, я почему-то подумал на секундочку, что я играю за Кольта, за 8 бита, точнее, немного перепутал, ё-моё, ну ладно, ничего страшного, так, смотри, получается, моя ульта, ну, все еще стоит, но я снова ставить не буду. Так, иди отсюда нафиг. Чувак, отстань, говорю. Блин, вот здесь стоит такая офигевшая бомба, у которой 4 хп было, которая очень долго как-то жила. Я не понимаю, почему. И поставили еще одну. Так, ну же, ну, Пенни убили, хорошо. Чуваки, бежим отсюда быстрее. Гасимся, гасимся, потому что у нас очень много банок. Точнее, очень много кристаллов, и нам нужно по-любому выжить. Черт! Ладно, у нас хотя бы 10 кристаллов есть. У нас 10 кристаллов нету, черт! Капец, капец, сейчас... Бе, я тебя спасу, по-любому не переживай, я по-любому все сделаю 100%. Так, ставим свою ульту и гасим Кольта, гасим, ну же, Кольт! И, ладно, Кольта хотя бы убил, но здесь есть еще такая офигевшая Пенни, которая сейчас по-любому вынесем. Итак, у нас 8, 9, 12 кристаллов, 12, 13 кристаллов, чуваки, бегите быстрее отсюда, а я вас попытаюсь затащить как-нибудь. Только у меня это пока что получается очень фигово, черт, беги, 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 пожалуйста. Чуваки, давайте хотя бы сейчас мы выиграем, ну вот что, блин, делать-то, черт, блин. 8 бит все-таки немного продул. Я не понимаю, почему. Ну ладно, ничего страшного. Потому что мы сейчас по-любому. Воу! О, фух, сейчас это было очень подно. Ё-моё, я думал то, что мы сейчас сольемся, но все. Это, походу, будет изи катка. Ну, конечно, немного не изи. Нам все-таки пришлось немного попотеть. Но все равно мы затащили 3, 2, 1. Победа! Ну, сейчас-то кубик по-любому будет звездным игроком 100% и. Звездный игрок. Как я тебе и говорил. Ну, а если тебе видосик понравился, не забудь поставить свой лайк. Но подожди, у меня для тебя есть самое последнее задание. Видишь, вот там вот и вот там вот появились новые видосики. Тебе нужно просто выбрать, какой видосик посмотреть, нажать на него и тоже поставить туда лайкосики. Это у меня для тебя такой небольшой челлендж. Ну, а с вами был Кубик Нубик. Пока!